Парк Акаберик станет территорией экстремальных видов спорта. Здесь построят роллер-дром, а также детский и взрослый памп-трек, велосипедные замкнутые трассы с ямами и выбоинами. Сейчас рабочие готовят фундамент для будущего парка. Укладывают геомембрану из песка, которая защитит грунт от проникновения воды. Со дня на день приступают к подготовке основания для укладки финишного покрытия будущих дорожек для велосипедистов и роллеров. За ходом строительства наблюдают лидеры движения общественной поддержки «Химки интересно жить», которые помогли воплотить этот проект в жизнь. Самый главный, наверное, вопрос, который волнует большинство жителей, когда же все-таки первый роллер или скейтер сможет зайти на эту замечательную площадку? Мы постараемся сделать это как можно быстрее, приблизительно к середине октября. Если нам позволит погода, еще обязательно хотелось бы провести соревнования. По словам представителей администрации Химок, аналогов этому парку в округе нет. Здесь район новый, здесь очень много молодежи, которые, в принципе, занимаются, они склонны сейчас занятия такими экстремальными видами спорта. И такой памп-трек, который, в принципе, даже аналогов по городскому округу не имеет, вот, он будет здесь более чем уместен. Строительство памп-трека и роллер-дрома – инициатива химчан. Все предложения от жителей округа можно найти на сайте Хиж Онлайн. Там же можно проголосовать за понравившиеся проекты. Наиболее популярные инициативы будут реализованы в первую очередь.